Вот оно и где. Я и нашел. И компас. Только мне это мало что дает, честно говоря. Я вот лучше фонарик. Чё-то я никуда-то не туда нажал. Вот куда надо. Ага, да. Так. Ну что у нас есть? Так, мужик. Что, у меня какие-то патроны? Что он горит-то, я не понял. Что-то тут еще разные патроны, что ли? Господи. Вот уж не знал. 100 лет. Куда идти-то? Ты, блин, тобой. У меня шестизарядный ликвидатор монстров, так что сейчас вот этот шарожок от калаша лежит, дайте. Зайти-то, господи. Сюда что ли? Ой, темно, как у негра. Во! Сейф заперто. Где ключ? Прыгнуть здесь можно? Можно. Прыгай. Может, здесь где? И здесь, нет? На сейфе ничего не написано. Вроде бы нет. Где же ключ? В одном из ящиков? Или нет? 26-й. Ладно. Чтобы его открыть, нужен ключ. Наверное. Ключа нет. Нормально. Лестница на второй этаж, приводящая в тупик. Кто так строит, а? Оус. Сюда не пройдешь. Сюда не пройдешь. Что за хрень? Ноги съели и руки. Что там у нас со временем? Вот тебя приплющило-то, а?
Там-та-та-та-та-та. Ну, короче, ладно, туда не пройдешь. Фильтр надо менять. И вообще все. Сортиры, сортиры. О! Бегает. Туда, наверное, спрыгнуть можно, я так думаю. Стрелочка для дураков нарисована. А если сюда пойти, что будет? Тихо. Ага. Офис, патрончики. Так, тихо, тут что? Комп. Чё один комп, офигеть. Так, ну, наверное, в лифт. Звуков обильное количество. Так. Это какая-то ненужная дрянь. Откуда все эти звуки сверху, что ли? Куда? А что? Я сюда зря спрыгнул, правильно? Или что? Что делать? Или туда надо? А, вот. Ты черт. Много вас тут. Блин. Совсем понял. Я так задумался, или я что-то не то делаю. Мне тут грохнут сейчас так. Да че сдохнешь, нет? Кошмар какой. Патронов на вас потратил, пиздец. Куда я вообще вылез? Так. Я что-то окончательно... А, вот я вот отсюда вылез, да? То есть я пришел туда же, откуда начал. Зашибись. Сейчас все нет. Так, а иди-то куда? Битый
интересные ребята. Сюда что? Что, зачем здесь он? Скриптон, ну так или нет, я не пойму. А, черт. Че, его убить можно? Хрен поймешь, короче. Что? Так это что? Место, откуда я начал? Ништяк. Нормально так прогулялся. Иди-то, господи. Туда. А вот как туда идти, не говорят. Твою мать, блин, сейф ненужный. Тут, собственно, другого пути нет, только наверх. Так, туда не пускают. Так, сюда. Здесь затык. Ну, правильно, сюда. Куда еще? А вот куда дальше, это вопрос. А, назад можно. Так. Стопы. А, вот куда. У меня нож в левой руке оказался. Можете мне сказать? Он у меня в правой вообще-то. Так, ладно. Чё? Где? Куда? Зачем? Почему? Откуда? Как? Карту доставать. Тут что есть, нет?
Опять глюки какие-то. Да ёшки. Да, он здесь стоял. Ну, я все понимаю, что ядерная зима и все такое. Но объясните мне, дурачку, откуда вот эти вот твари взялись? Это типа тараканы мутировавшие или что? Ну, черные, да, это хорошая задумка. Но тараканы, твари-то вот эти откуда взялись? Еще в таких количествах ее налево. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я не хотел вас привлекать. Блин. Отстанет меня, твою мать, сожрал. Где сейф то? Не в конце тоннеля, я надеюсь. Я совсем не хочу с ними воевать. Я бы их лучше бы обошел так аккуратненько бы. Если бы это было можно сделать. Что блин такое? Так, куда идти? Очередной вопрос. Куда-то туда. Как туда идти? Ага, наверное, вот так. Или не так. Нифига не так. Это только
значит, через здание получается, я должен идти. Блин, не люблю я вот эту вот хрень. Непонятно ничего. Туда вот можно подняться вроде. А, нет. Туда как раз таки и нельзя подняться. Ну иди, что ли, блин, стреваешь. Блин. Запалили, что ли, собаки? Парень, давай от них свалим. Ну их нахер всех. Ха-ха-ха, не можешь пролезть. Да? Ну лезь, что ты, дебил! Блять. Да вы задрали в натуре, ну! Ёб твою мать! Сраный участок пройти не могу. Что я за геймер? Не палить, короче. Да бля! Как бежишь-то? Иди-то сюда, шлёс. Так, вот дозочки, дозочки, а дальше куда? Куда-то направо, налево, право. Сюда, что ли? Куда вход? Драй. Ну, наверное, сюда. И растяжка тут стоит, конечно. Еще одна растяжка. Чё? Ой, ёпта, твою мать. Я же, бля... Я же обезвредил вроде. А нет? Давай, вкалися, чё. Чтобы артефакты с экрана убрать. Еще одна растяжка. Офигеть. Ну. Вот это обезвредили. На том спасибо. И зачем все это было делать? Открыть. Опять сраные офисы. Ага. Ну хоть что-то хорошее. Я в орбиту самопомы. Я отправился на север, на ВДНХ. Похоже, у них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если они вернутся через пару дней, сообщи полковнику и собери наших людей. Удачи.
Хорошо, сообщу полковнику и соберу наших людей. Что-то еще есть, нет? Пистолетик, давайте, пулеметик, я не знаю. Автоматик, пушечку какую-нибудь. О. Так, вроде бы больше нет ничего. Куда идти, блин? Куда идти? Назад, конечно, куда больше. Какие-то странные вопросы задаешь. Как туда попасть? Через низ, но я надеюсь. Бурбон шмаляет там. Так. Что тут? Радиоактивненько, блин. Слегка. Так. Бери, если что не берешь, то о, господи. Заманулка какая-то. Нет? Нет, это не выход. Вроде бы нет. Пи-пи-пи. Где часы? Блин, или это радиация уже? Так, я правильно иду? Ну, вроде бы правильно. О, братан, я так тебя рад видеть, это пиздец. Ты меня напугал, парень. Это ты меня напугал. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Я, честно говоря, уже два раза жмур. Почти. Почти пришли, еще один двор остался. Подожди. Надо же осмотреться. Тут наверняка что-нибудь положили. Динамо покрутим. Так, вот ты зря убежал. Я же не знаю, куда идти-то. Ага, вот он. Вот он-то где есть. Я бы вот направо еще сходил, например. Мало ли. Гипербластер какой-нибудь дадут. Вот, я же говорю, что-то есть. 270. Чё 270? Я больше взять не могу. А чё такое? Ничего не видно. Чё взял, блин? Похер. Идём.
у него. И чё делать? Что ты делаешь, мудила? Я стреляю. Давай вперед двигать. Ругается, как заправдушный. О, фак, да, я в натуре мудила, наверное. Вот эти уроды, бери правого! Помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Помнишь, не помнишь, устроили тут ромашку. Главное вспомнить, где кнопка перезарядки. Вот это главное. Господи, все в морду летит. Надо выяснить, как чистить этот противогаз. Потому что... Чё, куда? Да ёб! Отпусти меня, зверь! Отпусти, зверь, меня! Отпусти! Куда? Блин, куда бежать? Пошёл. Да пошёл к чёртовой матери! Беги, что ли, дебик! Конечно, сейчас тут бахнет. Если этот придурок не бежит ни хера. Бегает хуже, чем... Ха-ха-ха. Убежали. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютней. Спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона. Там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Ты такой толстый, что не можешь пролезть в такую большую дыру. Первый пошел. Все в норме. Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так и к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Чего так не любят? Все бьют, что-то. Чмырят. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет, тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Правильно. Лучше вам сняться. Так, что он тут оставил мне? Калаш?
Вот же калаш. Ну да, калаш. Так, калаш мы заменим, поменяем вот на эту дрянь, наверное. Правильно? Или на пистолет можно поменять? Ага. То есть можно взять калаш, дробовик. Ну, вот пистолет, я не знаю, он нужен вообще, нет? Так, ты бы, парень, свет выключил, наверное. О! Нифига себе, паучок. Жалко, что у меня... глушителя нет. И жалко, что у меня нет... ночного зрения. ПНВ, то бишь. Аптечка. Аптечка. Барахло валяется везде. Просто в необъятных количествах. Никому ничего не надо. Все же откормлены, откормленные. Сосени закормленные. Я что, сюда не пролезаю? А лечь, если? Все равно не пролезаю. Ладно, пофиг, пошли дальше. О, а ведь это вот как раз с глушителем и есть, правильно? Ну-ка. Да? Оно самое. Ага, отлично. Это та же самая пуха, только с глушителем. Отлично. Так, ладно.